Не существует легких либо тяжелых наркотиков. Есть одна большая проблема – наркомания. Во-первых, это полное уничтожение потребительской базы. Во-вторых, это профилактика первой пробы. К сожалению, жертвами которой становятся молодые энергичные люди. И с этой проблемой должна бороться позитивная альтернатива в виде спорта. Употреблять наркотики не модно, не престижно. Сообщи, где торгуют смертью. Телефон доверия Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан 8 800 347 20 30. Звонок по республике бесплатный.